На этой неделе в объективе ТНВ «Семья Шогиных» Марина и Сергей Шогины воспитывают 9 детей. Наш корреспондент Сергей Темляков отправился в село Белярск, что в Алексеевском районе. Здесь не делят на своих и приемных. Здесь все родные. В семье Шогиных 9 детей. Семерых Марина и Сергей взяли из детских домов. За телевизором собираются и внуки. Их пока 8. На кухне за чашкой чая Марина рассказывает нам, как родилась их большая семья. Это сейчас два родных сына, Денис и Дмитрий, вернулись в Белярск. А после армии один из сыновей там, где служил, встретил любовь, остался. Второй, вернувшись, уехал в город работать в школу. «Скучно стало», — улыбаясь, говорит Марина. Здесь же возникла необходимость переехать мне с моей семьей. Мама отреагировала болезненно. Я просто предложил, говорю, возьмите детей и воспитывайте. Мужа дома не было. Я над этим вроде и не заостряла внимание. А потом приехала с командировки, поехали в Чистополе вот машину покупать. Я говорю, давай заедем детей в детский дом, угостим. В детский дом приехали, там карантин. Нас послали в приют. Говорит, езжайте, дети, в приюте дети пока есть, еще в лагерь не заехали. Как раз был день защиты детей, 1 июня. Вот, и мы поехали в приют. В приют приехали, вот Саша... У нас там мальчик выбежал, 3 года ему было. Сейчас Саше уже 15 лет. В школе он отличник, перешел в 9 класс. Увлекается шахматами. Я их увидел, и я за ними стал ходить, ну, в общем, везде. Мамой и папой сразу называть, никуда от них не уходил. Шоколад они там купили, в общем, разные угощения. Мы сидели, кушали, и потом мама решила нас забрать. Она сходила к директору, мол, можно ли меня забрать. И узнали, что у меня еще есть брат. И вот потом они на следующий день уехали. И, в общем, я весь целый день следующий ждал их у окна. Так в семье появились Саша и его старший брат Денис. Кстати, Денис, закончив школу, взял фамилию и отчество приемного отца. Сейчас он служит по контракту. Глава семьи Сергей говорит, ситуация повторилась, когда уже старший приемный сын Денис собрался в армию. Марина сказала, Саше будет скучно. Поехали в Чистопольский детский дом. Так в семье появились Таня и Максим. В 2014 году я ездила на форум в Москву. И там была женщина-воспитатель, она и это была тоже с формы. Что-то разговаривались, она с Нурлаты там за Казани, детский дом. Она говорит, ну, тяжело деткам, ну, и бедные, все тяжело детям, и все. Мы что-то сидели, я говорю, нужно съездить, посмотреть, что-нибудь отвезем туда. После детей полно вещей остается, и вот у детей дети же тоже у них. Ну, поехали, приехали туда. И вот 2 мальчика выскочили. С этого времени в семье начал звучать звонкий смех Ильи и Никиты. Данилу взяли последним, из Мензелинска. Хотя, отмечает Марина, соцработники отговаривали. Чтобы больше быть дома и ухаживать за 3 коррекционными детьми, глава семьи Сергей поменял работу. 5 часов я выезжаю. Я одно село въезжаю, Белярск. Каждый день Сергей собирает около 1 тонны молока и отвозит на приемный пункт. На вопрос, хватает ли средств прокормить семью, отвечает, не жалуемся. Кормят и приусадебный участок. Здесь и огурцы, и картошка, и капуста. Скоро помидорки будут. Семья держит и птицу, куры, индюки, гуси, порядка 100 голов. Сергей отмечает, стараемся дать детям все, окружить любовью. Ведь у каждого ребенка непростая судьба. Потому что они из таких семей, там и воровали, и дрались. Мы взяли Никита, у ее... На голове 2 или 3 шрама. Мать и утюгами, говорит, зажгла его, и резала ножами. Чтобы этого не видели. Ни пьянки, ни ссор, ничего такого. Вот самое главное, наверное, это. Чтобы они видели самое хорошее и приятное. Единственное, о чем сегодня мечтает большая семья, это о микроавтобусе. Ведь даже поехать всем вместе в поликлинику или на пикник проблематично. Кто-то едет с отцом в машине, а кто-то вынужден добираться на попутных машинах с мамой и братьями. Для тех, кто хочет помочь, телефон семьи у нас в редакции. В понедельник, 7 августа, у Марины и Сергея дата. 36 лет, как они вместе. Познакомились они здесь, в Белярске. Сергей приехал к другу из соседнего села и увидел Марину на последнем звонке в школе. Через несколько месяцев сыграли свадьбу. Расспрашиваем, в чем секрет семейного счастья. Понимание, где-то друг другу уступить, где-то что-то. И я не знаю, наверное, нам дети хорошие попадаются. В эту субботу семью Шогиных мы пригласили в путешествие в рамках проекта в объективе ТНВ «Большая семья».
о них мы подготовили специальную программу. Полюбоваться на Казань сверху они смогли на колесе обозрения, узнать об истории на прогулке в Кремле с гидом. В программе также было посещение аквапарка и обед в кафе «Бабушкина сковородка». Весело шагать по просторам. Сергей Темляков, Роман Безменов. «Семь дней».